Цифровой тенге планируют запустить в Казахстане к концу следующего года. Национальный банк совместно с банками второго уровня тестирует возможности цифровой валюты по различным сценариям ее использования. К примеру, цифровой маркированный тенге планируют внедрить в процедуру госзакупок с целью эффективного расходования бюджетных средств. В чем преимущество цифрового тенге? Зачем он нужен казахстанским потребителям? Об этом нам расскажет Сабина Балашкина. Она выслушала мнение экспертов и готова поделиться подробностями. Сабина, доброе утро. Коллеги, доброе утро. Сразу хочу ответить на вопрос. Один из главных преимуществ цифрового тенге в том, что такими деньгами можно расплачиваться, например, в магазинах и кафе, даже без доступа к интернету. О возможностях цифровой валюты расскажу далее в обзоре. Цифровой тенге будет действовать в рамках банковской системы. Открывать счета, расплачиваться, переводить и совершать банковские операции при помощи электронной валюты можно будет через мобильные приложения, платежные карты и QR. То есть для пользования цифровым тенге не нужно скачивать дополнительные программы. Одно из его главных преимуществ – то, что такими деньгами можно расплачиваться без доступа к интернету. И еще один плюс – моментальная скорость обработки платежей и доставки средств. Что для физического лица может и не так заметно, а вот для бизнеса, особенно МСБ, это важный фактор. Какие еще возможности открывает цифровая валюта для потребителей, рассказал руководитель сектора коммуникации международного сотрудничества Национальной платежной корпорации ДИАС Савитканов. То есть, если вы захотите, вы сможете получать зарплату в цифровых тенге. Вот. Ну, наверное, там большого отличия не будет, это как нужно будет прийти, наверное, в бухгалтерию или к кадрам, написать какое-то заявление. Вот. Но для этого у вас должен быть открыт... Ну, по сути, ничем не отличается. У вас будет открыт счет в определенном банке, вы просто придете и скажете, что вот, ну, я хочу, чтобы мне зарплату уплачивали на этот счет. У вас счет будет в цифровых тенге. Вот. И в момент выплаты они будут автоматически, наверное, конвертироваться в цифровые тенге от работодателя. Дальше вы сможете пользоваться любыми привычными для вас способами оплаты. ДИАС Савитканов также рассказал, для чего нужна маркировка цифровых тенге, предусмотренных на бюджетные расходы. Кейс с маркировкой. Мы бы хотели его полнее раскрыть. То есть, ну, условно, когда выделяются деньги на строительство какого-то объекта, и мы хотим посмотреть, ну, как это будет работать. Вот, и там сценарий примерно такой, что условно государство выделяет деньги на строительство какого-то объекта, и подрядчик, там, не знаю, в лице частного партнера, он может потратить эти деньги только на, не знаю, услуги, ну, товары, услуги, касающиеся только строительства этого здания. Он ни на что другое не может потратить это. Цифровой тенге не криптовалюта, это новая форма денег, выпускать их будет Национальный банк. Цифровой аналог не заменит наличные или безналичные деньги, его будут использовать параллельно. Запустить электронную валюту планируют в конце следующего года, а вот как быстро она сможет завоевать популярность среди пользователей. Свое мнение по этому поводу высказал казахстанский финансовый аналитик Арман Бисимбаев. На самом деле это будет занимать не 10 лет. Мы уже вошли в этот процесс, и это, скорее всего, перспектива ближайших лет 5. То есть где-то к 2030 году мы уже, скорее всего, будем иметь исключительно цифровую валюту. В конечном итоге это не будет еще одна валюта. Она будет единственная. Мы идем в цифровой мир, сейчас цифровые технологии развиваются. И, собственно говоря, валюты тоже все больше и больше виртуализируются. Это еще одна ступень эволюции денег как-то. 134 страны, представляющие 98% мировой экономики, изучают цифровые версии своих валют, сообщает Reuters со ссылкой на исследование американского аналитического центра Atlantic Council. Больше половины из них находятся на заключительных стадиях разработки, пилотирования или запуска виртуального актива. Китай, страны Европы и Япония значительно продвинулись в этом вопросе. Сегодня в мире реализуется около 36 пилотных проектов цифровых валют.
Китайский цифровой юань считают самым перспективным пилотом. Электронные деньги уже тестируют 260 миллионов человек в 25 городах. Его успешно опробовали в различных сценариях – от покупки билетов на автобус до нефти и драгоценных металлов. Отмечу, Европейский центральный банк на протяжении последних 6 месяцев занимается подготовкой цифрового евро. А вот Нигерия, Багамские острова и Ямайка уже запустили электронные деньги в августе прошлого года. Коллеги, на этом у меня все. Прощаюсь с вами. До того, как мы попрощаемся, Сабин, электронные деньги, действительно, 134 стран, да, сейчас реализуют этот пилотный проект. Изучают такой опыт. И у нас повсеместно используют эти электронные деньги. Мне кажется, кэша сейчас вообще ни у кого не найти. У тебя есть кэш? Нет, я забыл последний раз, когда я пользовался наличкой. Думаю, Сабина, да, наличными деньгами пользуетесь? Наверное, уже. Меньше, очень мало. Вот здесь, наверное, сложнее всего будет как раз-таки нашим родителям и старшему поколению, потому что если завтра мы откажемся от наличных, то электронные, тут будет два вопроса стоять. Как будут использовать наше старшее поколение, разберутся ли они в системе, в приложении, и второе, будет ли без сбоя работать интернет, чтобы мы использовали эти деньги. Сама веришь в успешность проекта у нас? Почему бы и нет? Благодарим за информацию, есть над чем подумать. Это была Сабина Балашкина и ее рубрика «Первая цифра».